Я думал, это была обычная дуэль, но вы даже не представляете, насколько же я глубоко ошибался. Я очень глубоко ошибался. Он купил! Он купил! Давай мне 1 миллион голды! Вы понимаете, что это означает? То, что походу реально разрав! На GG Standoff вышло обновление, теперь за открытие новогодних кейсов ты получаешь токены, а с токенов бесплатные кейсы. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Я свои 7 бесплатных подарков прямо сейчас заберу. Также тут есть барабан бонусов. По моему промокоду вы получаете еще один барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 35% к пополнению обратно. Все нужные ссылки есть в описании. Мне только что написали то, что меня смотрит разработчик. Разработчик, если это правда ты, если ты настоящий, не фейк, я открываю лобби. Просто зайди. Ну кто это такой? Ну ёлки-палки-то. Давай заново. Разработчик, если ты меня смотришь. Ну ёханый бабай. 5 minutes later. Кто из них двоих разработчик? Кто из вас разработчик? И готов доказать. Ничего себе. Готов доказать. А как же ты мне докажешь, что ты разработчик? Братик, как же ты мне докажешь, что ты разработчик? Этот парень пишет, я тебе докажу. Давай так. Ща, давай, давай. Давай так, базара ноль. Если ты настоящий разработчик, купи скин за 20 тысяч голды. Да давайте проверим, разраб или нет. Потому что мне уже надоели эти школьники, которые постоянно меня обманывают. 20к голды это очень много. Ну, ребят, ну ясен пень, это кидок. Ну, мало ли. А вдруг это реальный разраб? Ну, вы понимаете, 20к голды давать мне и притворяться фейком разрабом? Я думаю, ни у кого нету смысла. Давай, прямо сейчас 20к голды. Просто проверим. 20к голды. А ну-ка, а ну-ка. А? 5 minutes later. Эх, братик, братик, вот тогда. Вот так-то и верь вам. Он купил! Он купил! Стоп, это сон. 20 тысяч голды? Что нахрен? 20 тысяч голды? Я же говорил. Я в шоке. 20 косарей! Это 4 M9 Bayonet Dragon Glass. Это, блин, это пол керамбита голд. Это почти AVM Sport V2. Хочешь больше? Он пишет, хочешь больше? Напишу, да. Он пишет, хочешь больше? Братан, я хочу! Я мечтаю, я хочу гораздо больше. Сколько хочешь? 1 миллион голды! Походу, это реально разраб. Он мне дал 20к. Просто говорит, вот, держи. Блин, ребят, а прикиньте, он сейчас согласится на 1 миллион голды. То есть то, что он не фейк, мы уже убедились. Потому что 20к голды фейки не дают. Сейчас мы посмотрим, согласится ли он на 1 миллион голды. А ну-ка, просто представьте, жди 1 минуту. Я жду. Я жду 1 минуту. Я готов даже 2 минуты ждать. Я готов 3 минуты ждать. Я готов лежать у твоих ног, братан. 5 minutes later. Без проблем. Дуэль, да, да, давай с дуэль, я его выиграю, да, го. Не, я, конечно, всякое встречал, но просто вот так вот, на ровном месте, нарваться на парня, который даст мне 20 тысяч голды, честно говоря, мне немножко становится плохо. А вдруг он киберспортсмен? Подождите, получается, если я проиграю, то тогда я буду должен отдать ему 1 миллион голды? А вот это я щит провтыкал. Получается, если я проиграю, это я ему теперь буду 1 миллион голды должен. Так, ребята, надо побеждать. Надо тащить. Поехали. Блин, сейчас еще, если я проиграю, будет вообще весело. Так, ну что, ребята, счет 0-0. 3, 2, 1. Полетели. Дуэль на 1 миллион голды. Вот тогда не палимся. Сейчас просто на агрессии врываемся. На агрессии! Ох. Ох, 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 ох. Так, ёханый бабай. Ха-ха. Подождите. Он мне дал 20к голды. И у него даже нету скина на P350.
Так, ребят, вот тогда, конечно, я уж не думал, что на старости лет поиграю дуэль против таких парней, которые дают мне 1 000 000 голды, и при этом у него нету скинов. Очень странно. Нормально. И на Дробашу нету скина. Откуда у него тогда так много голды? А вдруг это какой-то хакер, который взломал стендов? Или, а вдруг это реальный разраб, который просто так много голды, что ему все равно на нее? Я не понимаю, что происходит. Ладно, ребят, давайте просто играть дальше. Посмотрим, чем все это закончится. Я очень надеюсь, что все будет хорошо. Кто-то топает. Кто-то топает! А что он с ножом бегает? Я не понимаю, что происходит! Это просто самая странная дуэль моей жизни, ребят. А вдруг он после этого меня забанит или еще что-то? Не-не, надеюсь, все будет хорошо. Вот тогда, ребята. Если я выиграю 1 000 000 голды, я сразу же этот 1 000 000 раздам вам. Ну как, ну не весь, надо же из себе хоть что-то взять. Так, ну что, ребят, поехали. 4-0, опупеть. Да, братик, слушай. Чё-то, как я понимаю, голду, значит, ты получил. А скилл не получил. 5-0, вот это да, прошла-то головочка, ребят. Вот тогда, понимаю, 5-0. Брат! Фух, идеаленько, ребят, 7-0. Еще осталось сделать последний решающий килл и 1 000 000 голды у кого-то в инвентаре. Поехали, мужики. Блин, обожаю такие дуэлички. Слушай, вот почаще бы играть дуэли на 1 000 000 голды, а лучше на 2 или на 3. Не, ребят, вот это, конечно, крутяк. Я не ожидал, что именно мне предложат такую дуэль. Блин, это реально круто. Ох, ничего себе, ты мощную флешку кинул. Так, ребята, подняли 1 000 000 голды. А вот сейчас будет самое интересное. Вот сейчас будет, ребята, контентик. Вот сейчас будет мясо. Ну что, надеюсь, вы же готовы. Не знаю, как вы, но я готов. Я готов. Напишу, давай 1 000 000 голды. Мой уважаемый, милый друг. Если ты у меня прямо сейчас купишь скин за 1 000 000 и меня на завтра же не забанят, я не знаю, я готов делать все, что угодно. Я готов на многое. Давай, брат, я готов. 1 000 000 голды. Может, если другой скин, нельзя 2 раза М40. А, да, без проблем. А давайте выставлю вам генезис за 1 000 000 голды. Давайте, он пишет не 2, давайте, а ну-ка. Раз, два, три. Все. Он попросил выставить другой скин, без проблем. АВМ Genesis. Давай напишу АВМ Genesis. 5 minutes later. Так, ребят, кажись, попахивает обманом. Он мне написал, что его уволили. А мораль всей басни такова. Никогда не верьте людям, которые притворяются, что они якобы разработчики, потому что это все обманщики и мошенники.